самое прикольное. Тренажер made in St. Petersburg, made in Russia. Да, но вот именно попадание мне, я в шоке. Но не чувствую, что даже после вот этого большого подхода у меня как-то прям сердцебиение участилось. Большая глупость сидеть и хавать творог в раздевалке. А то пляжники сливались, как классики раньше, пиздец там, блядь, в саунах с лазиксом сидели. Но если выбираете для себя прям реально лучшее, то это только Genetic Club. Положение, глубина, безопасно можно вес снять, выполнить, поставить. Круто сделаны ограничители. Самое прикольное. Тренажер made in St. Petersburg, made in Russia. Питерские наши ребята собрали. Тут вся линейка тренажеров, кстати, из Питера. И действительно, ну вот я вчера здесь спину делал. Очень понравилась тяга верхняя. Кайфовый вот этот джим с хорошими настройками. Удобная эргономика. Крутой жим, который я вот писал первый, но, к сожалению, в нем можно только размяться, потому что если в нем поставить рабочий вес, то, в принципе, на самом старте можно себе плечи угробить просто и забыть про тренировку, поэтому опасновато. Ощущением жжет просто нереально дельты. Да, но вот именно попадание мне, я в шоке. На самом деле, очень прикольный тренажер по ощущениям, когда работаешь в нем. Но четко есть одна проблема, прям недоработка. Седуха очень мало опускается, даже при моем маленьком росте, на максимальной глубине. Очень болезненное, опасное, неудобное положение нижней точки перед началом жима, когда вывожу руки. Вот. Буду. Вот. Поэтому кайфовое ощущение, но его нужно дорабатывать и... Они что-то понавешали дофига. Какая мода, не мода, может дорого, фиг его знает. В залах народа много, а может готовиться тяжело. Я не могу сказать. Просто я до сих пор смеюсь, я смотрю юниоров, кто там? Я в этом, сколько было юниоров в этот раз, не помнишь? На сцене. В бодибилдинге. 6. Я на Питере, когда в юниорах выступал, у нас, во-первых, было 2 ростовых, так у меня было 22 человека. В ростовой. Юниоры были там, блядь, дядьки, пиздец. Пляжников тоже мало. Раньше было пляжников много. Сейчас пляжников тоже маловато, по факту. А раньше весовые ограничения были пляжников. Я бы их вернул. Они были реально как маленькие, но такие более натуральные.
Ладно, могли хотя бы, знаешь, их не отменять, делать помягче, там, плюс 2-3 килограммчика добавить им. Они бы выглядели? Выглядели бы красиво и не умирали бы. А то пляжники сливались, как классики раньше, пиздец там, блядь, в саунах с лазиксом сидели. Ну, зато подготовка была, правда. Ну, то есть, пусть они были небольшие, но они терпели, как спортсмены, ну, прям. Да, они были в одном весе, на один рост, критерий понятный. Не чувствую, что даже после вот этого большого подхода у меня как-то прям сердцебиение участилось. Соответственно, может быть даже, блядь, мне как бы, может и можно оставаться в каких-то таких даже силовых режимах, но в небольшом количестве повторений. И там у меня пульс не будет этого. Вот у меня пульс, я говорю, вот суперсеты, три сета, четыре, вот там я просто вздыхаю, потому что... с косичкой и отжимание узким хватом. Причем забавно, что можно отжиматься, включая и трицепс, и грудь, таким вот образом. Можно изолированно работать практически только трицепсом. Можно усложнить, можно работать в таком формате. Но это уже формат... Когда тяжело. Ну что, друзья мои, тренировка завершена, поэтому сывороточный протеин после тренировочки. Наверное, лучший выбор, что можно съесть или, правильно сказать, выпить после тренировки. Не требуется усилий организма для усвоения, переваривания, потому что после нагрузки организм действительно очень занят. Ваша пищеварительная система, как видите, даже ваш рот не справляется с дикцией. Пищеварительная система не будет нормально перемешивать, переваривать, выделять ферменты на обычную еду. Поэтому большая глупость сидеть и хавать творог в раздевалке. Ну, это прям конкретная тупость. Творог усваивается долго и тяжело, а после тренировки вдвойне тяжело. Поэтому либо ничего не кушайте, просто выпейте воды и поешьте через час обычную еду, либо если хотите нормальный прогресс, если вам нужен результат, если вам нужна дополнительная порция белка, то протеин сывороточный, яичный, если вы веган, пусть даже соевый, это самый лучший для вас выбор.
Но если выбираете для себя прям реально лучшее, то это только Genetic Lab.